Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Российское правительство утвердило программы поддержки автомобильной промышленности до конца 2023 года. Речь идет в том числе о льготных автокредитах. Благодаря им, напомню, новую машину можно приобрести с 10% скидкой. На Дальнем Востоке дисконт достигает 25%. В список получателей скидки в этом году включили семьи с одним ребенком, а также медицинских работников. Максимально допустимая стоимость авто – 1,5 миллиона рублей. Трасса 101. Инфляция, падение курса рубля, увеличение спроса. Что же еще может привести к росту цен на новые автомобили? Еще один фактор возник там, где, как говорится, не ждали. В декабре довольно ощутимо подорожал металл. Дошло до того, что автопроизводители готовят обращение к президенту Путину с просьбой присмотреть за ценами на металлопрокат. Иначе беда. Добавлю, по озвученным ранее прогнозам, новые машины в наступающем году подорожают на величину до 10%. Трасса 101. Kia в скором времени обещает запустить продажи кроссвена Carnival. Попросят за него минимум 2 миллиона 600 тысяч рублей. В базовой комплектации авто будет оснащаться 199-сильным дизельным мотором объемом 2,2 литра. Трансмиссия, 8-ступенчатый автомат. В списке оснащения 17-дюймовые диски, светодиодные фары, мультимедиа с 8-дюймовым экраном, задний парктроник, обогрев лобового стекла и так далее. Трасса 101. Американцы потешаются над УАЗ Патриот. Янки недоумевают, почему российский внедорожник, продажи которого вот-вот стартуют в США, позиционируется как премиальный. Якобы по некоторым параметрам он сможет конкурировать с Lexus LX и Land Rover. Кстати, для североамериканского рынка Патриот получил название Brembo Taos. Начальная цена в переводе на рубли почти 2 миллиона, то есть в 2 с лишним раза дороже, чем в России. Трасса 101. В сети на продажу выставлен очередной советский авторитет ГАЗ-13 «Чайка» 1977 года выпуска. Автор объявления оценил легендарный советский лимузин почти в 6 миллионов рублей. Это, например, как новый Volkswagen Touareg в одной из максимальных комплектаций. Пробег у «Чайки» всего ничего, 1000 километров. Разумеется, раньше на ней передвигался высокопоставленный советский руководитель. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.